Добрый день, управление производства. На месте остаемся. Стоим на месте. Управление производства. Объясните, пожалуйста, как хотите. Ну, в принципе, да. Лекарства. Так, а еще что? Ну, вот человек мне принес деньги. Так, за что деньги? Ну, работать я собирался. Задержано. При получении денежных средств. В какой сумме? Ну, говорили о 3 миллионах, там ты он сказал 300. То есть данная сумма была заранее оговорена вами? Да. А поясните еще, пожалуйста, вы где-то трудоустроены? Да, я работаю. А, кем? При вскрытии данного пакета обнаруживаются 4 пачки денежных средств, обертанные канцелярской резинкой.